православными, не соскучишься. Рассказывает священник. Бабулька привела в храм внучку лет 3-4, и прямо на пороге объясняет, с какой ноги надо заходить в церковь. Ребенок перешагнул, но, по-видимому, не с той. Бабка вытащила дитя за капюшон, и все по новой. Я не выдержал, прервал проповедь, взял девочку за руку и предложил вместе перепрыгнуть этот злополучный порог. Ей это очень понравилось. Даже повторили, так и прыгали вместе. Но представляете, глаза бабушки. Сидим всей семьей за ужином и обсуждаем тему, что такое живая и неживая природа. Яша 7 лет, долго слушает, а потом выдает. Да что тут думать, все, что создано Богом, все живое, а все, что создано человеком, не живое. Храм. Праздник крещения Господня. Бабульки беседуют. Крещение. Что это за праздник? А это Иисус Христос крестился и принял нашу веру православную. Из рассказа одного верующего. Я пощусь 3 раза в сутки. Между завтраком и обедом. Между обедом и ужином. Когда сплю. Реальный случай. О воровстве. В храме на молебне батюшка читает записки и поминает. О здравии Петра, Ирины, Николая и всех православных крестьян. Кроме тех, кто крал наш кирпич. Приходит женщина на исповедь. Батюшка, благословите на развод. А что случилось? Муж такой-сякой. Короче, плохой. Зачем же ты за него выходила? Глупая была. Ну вот, видишь, он тебя глупую полюбил и в жены взял, а ты разводиться. Как-то с другом я ехал в машине. На одном из перекрестков нас сильно подрезал другой водитель. Он был неправ. Но мы, слава Богу, успели затормозить. А мне понравилось, как мой друг отреагировал на это. Да чтоб тебя Бог благословил мудростью, а меня любовью.